Всем привет! В этом видео я буду тестировать новый NFS на такой вот системе. Видеокарта GeForce GTX 650, 1 ГБ памяти и 128 бит шина. Процессор i7 860, это первое поколение. 16 оперативной памяти, Windows 7 максимальная и драйвера бета-версии 364.51. Ну что, вот мы запустили игру, сразу хочу сказать, справа у меня датчики MSI Afterburner. Как вы видите, на датчиках GPU, это первая строчка, 1071 МГц, это частота видеокарты. Оперативная память, ее частота 2500 МГц. Видеокарта загружена сейчас на 95%. Дальше, memory процент, это 453 МБ, занято оперативной памяти именно видеокарты. Ниже, CPU1-CPU8, это загрузка всех ядер процессора. Он четырехъядерный с гипертридингом. То есть 4 ядра, 8 потоков. Здесь также указано, сколько каждая загружена. Нижний CPU, это загрузка общая, 51%, 53% сейчас. RAM – это датчик оперативной памяти системы, то есть сейчас забито 4 ГБ практически. И последняя строчка HDD – это файл подкачки. Сейчас забит на 6 ГБ. Мы заходим в настройки, разрешение экрана 1280 на 720, 60 Гц, вертикальная синхронизация отключена, оконный режим отключен, текстуры минимум, размытие движения отключили, тени на низкое, освещение на вообще отключили, эффекты низкое, геометрия низкая, сглаживание отключено. И заходим в игру. Ну что, вот мы выехали из гаража, справа FPS 40-39, в принципе нормально для 720, для такой карточки старенькой, для такого процессора. Как видите, GPU у меня загружен на 98% и процессор на 60%. Файл подкачки уже прыгает на 8 ГБ, 8175 в данном случае. Оперативная память сжирается 6,5 ГБ. Видеопамять в районе 1000 МБ. Как видите, memory процент это 997, сейчас 996 мегабайт. Вот 1000 пошла. Ну давайте проедемся, FPS справа. Падает до 30. Фризит, жестко фризит. В районе 20-30 FPS он держит. Здесь даже до 40. Пойдем на трассу посмотрим. 36. От 20 до 40 я бы сказал. Так, давайте подымим немного. Справляется. Меньше 30 практически не падает. Вот падает до 28, но это не страшно. Ну скажу сразу, с управлением очень жестко, оно запаздывает почему-то, какие-то задержки есть. Вот открытая местность, 29, 30. Чувак разбился. Подлагивает, подлагивает. Не хватает памяти. Видеокарты именно памяти. Да, жестко фризит.
Здесь вроде 25 было. Я хочу сказать, для владельцев карт с 1 гигабайтом вы сможете поиграть. Ну не прям, ну 30 FPS у вас будет, но сами понимаете, что все зависит еще от процессора и от самой карточки. Лучше 650 Ti, лучше 660, я думаю, она вытягивать будет спокойно. Ну и желательно 2 гигабайта оперативной памяти именно видеокарты. При ударах тридцатник. Даже отражение есть. Ха-ха. Ну, в принципе, вот все увидели. Все датчики перед вами, FPS был перед вами. От 20 до 40 он держит, одна гиговая карточка 650. И старенький i7, 4-ядерный, 8 потоков. Процессор не был так сильно загружен, было больше проблем в видеокарте, как минимум нужно 2 гигабайта видеопамяти. Если видео помогло, не забываем ставить лайк и подписываться на канал. С вами был Денчик, всем хорошего FPS, пока!